Но, к сожалению, госпожа Блаватская не права. В Ведах говорится, что человек, к сожалению, получив это бесконечно ценное человеческое тело и человеческую жизнь, может утратить эту человеческую жизнь. Может лишиться всех тех возможностей, которые у нас есть. Если мы не будем ценить то, что у нас есть. Так, у нас есть эта удивительная человеческая жизнь. И следующая наша жизнь может быть божественной жизнью. Это то, что нам человеческая жизнь предоставляет. Если мы воспользуемся ей по назначению. Я хотел еще одну историю рассказать, тоже реальную историю, непридуманную историю, про то, как человек может утратить человеческую жизнь. Слышал эту историю одного из саньяси, одного от саньяси. Он родом из Асама. Асам – это штат на востоке Индии, в гористой местности. Он рассказывал, что в их деревне произошел удивительный случай. В деревне жили индусы и мусульмане вместе. И мусульмане были побогаче, индусы были победнее. И в деревне жил бедный-бедный индус. Бедный индус в какой-то момент должен был выдать замуж свою дочь. И так как он был бедный, а свадьба в Индии – это занятие разорительное, так нужно пригласить всех, он не знал, что делать. Но нельзя ударить в грязь лицом. В конце концов, он пошел к богатому мусульманину и сказал, мне нужно выдать замуж свою дочь, дай мне деньги, я отработаю, тебе верну. Ну, мусульманин посмотрел на него, и он знал, что он не вернет ему деньги. Он подумал, ты мой сосед, конечно, я дам тебе деньги, сколько нужно. Он дал ему деньги и забыл об этом. Тот выдал замуж свою дочь, никому не сказал ни слова, пытался как-то что-то сделать, но денег не было, как не было, так и нет. Вот, и в конце концов он умер. Его сын, он так или иначе разбогател, стал побогаче, и в какой-то момент он увидел во сне своего отца. Отец пришел к нему, и у отца на глазах стояли слезы. И отец сказал ему, ты знаешь, как я выдал твою сестру замуж. Тот сказал, нет, не знаю. Мне пришлось занять денег у нашего соседа, у мусульманина. И он назвал сумму. Сказал, ты должен отплатить за меня этот долг. Потому что я пообещал ему, что я отдам. Я не выполнил свое обещание. И сейчас я родился собакой в доме у этого мусульманина. Сын проснулся и думает, ну надо же, какие сны бывают. Что только не бывает. Но сон не уходил у него. Он какое-то время пытался его отогнать, но сон не уходил у него. Образ отца со слезами на глазах стоял у него перед глазами. В конце концов, он пошел к этому мусульманину и говорит, твой отец занимал денег? А он не знал ни сколько денег, ничего. Твой отец занимал денег? Мусульманин сказал, уходи отсюда, уходи. Слушать даже не хочу об этом. Сын настаивал, он сказал, пожалуйста, отец занимал деньги? В конце концов, мусульманин сказал, да, отец пришел и занял у меня деньги. Сын спросил, сколько? Тот назвал точную сумму, которую ему назвал отец. Тогда сын спросил, у тебя собака есть? Тот говорит, откуда ты знаешь? Пожалуйста, позови сюда эту собаку. Собака пришла и увидела своего сына. У собаки в глазах выступили слезы. Собака прижалась к сыну и стала скулить жалобно. Она не могла сказать все то, что хотела сказать. Сын пришел к этому мусульманину, сказал, забирай эти деньги, пожалуйста, я тебя очень прошу. Отдал все деньги, и собака в тот же день благополучно оставила свое тело. Кто-то захлопать хотел. Счастливому концу истории. Но суть именно в этом, в том, что мы должны понимать, что наша жизнь очень серьезная, что это не игрушки, что мы не играем с игрушками, что Бог дал нам удивительное тело, удивительный инструмент.
У многих, у большинства живых существ нет такого тела. Нет тела, которое может дать человеку освобождение, может дать человеку другое воплощение. Так, и теперь я должен прожить эту свою жизнь должным образом. Я должен понять, какое у меня должно быть направление, что я должен делать в конце жизни, так, чтобы в конце концов вспомнить о Кришне. Все просто, да? Просто. И сегодня мы должны сделать этот план. Я вчера говорил о том, как план жизни нужно делать. Но я, к сожалению, не сказал посетителям радуги, из чего нужно исходить. Я решил, что мои лекции будут неполными, если я все-таки не расскажу правды. В конце жизни я должен вспомнить о Кришне. И Шрила Прабхупада говорит, что есть только один единственный способ вспомнить о Кришне в течение в конце жизни. Если всю свою жизнь я помню о нем. И как я могу о нем помнить? Если я буду повторять... Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И другого способа нет. Нет другого способа. Чтобы помнить о Кришне постоянно, я должен все время иметь на устах его имя. Я должен помнить о нем все время. Тогда моя жизнь будет достойной. Тогда сердце мое будет постоянно очищаться от каких-то ненужных желаний. И тогда в конце я ни о ком другом не вспомню, я только о Кришне вспомню. Более того, даже если я не вспомню о нем, Кришна обо мне вспомнит. Шрила Джива Госвами, если я не ошибаюсь, или кто-то еще цитирует замечательный стих. Яди ватади, как там? В общем, короче говоря, если из-за расстройства ваты мадбхакта мамчам насмарет, если из-за расстройства ваты или из-за какого-то еще расстройства, ваты, питы, капы или всех остальных аюрведических премудростей. В самый последний момент я не вспоминаю о Кришне. Мадбхакта мамчана смарет. Кришна говорит дальше. Это Вараха Пурана, я вспомнил. Это стих из Вараха Пураны. Кришна говорит вещь, которую каждый из вас поймет, несмотря даже на то, что вы не знаете санскрита. Ахам смарами мадбхакта. Кришна говорит, если он обо мне не помнит, мой преданный, в момент смерти, то что придется делать мне? Мне придется вспомнить о нем. Наями парамам гатим. Ахам смарами мад бхакта. Я вспоминаю об этом моем бхакти. И что с ним делаю? Наями. Переношу его куда? В высшую обитель. Высшее предназначение. Так что если в этой жизни мы стараемся так или иначе служить, так или иначе помнить о Кришне. Кришна знает, что у нас короткая память. Кришна знает, что в Кали-югу никто ни о чем не помнит. Так что даже когда мы Харе Кришна повторяем, мы помним не о Кришне. Заметили, да, о чем угодно, только не о Кришне. Но стараемся, правильно? Стараемся. А Кришна, он, ну, он, его легко обмануть. Если мы искренне стараемся, он говорит, я сам о нем вспомню. Я сам о таком человеке вспомню. Даже если он обо мне по той или иной причине забудет. Шрила Прабхупада пришел к нам, чтобы напомнить нам о Кришне. Дать нам возможность помнить о нем. Или даже если мы не запомним о нем, так или иначе, дать нам возможность, дать Кришне возможность вспомнить о нас. Это то, ради чего Шрила Прабхупада пришел. А нам остается только быть благодарным ему и сделать что-то для него. Должны пытаться помнить о Кришне, пытаться давать другим людям это удивительное знание о Кришне, стать счастливыми, жить счастливо и, что самое удивительное, счастливо умереть.